И безмятежность, беззаботное детство должен был символизировать этот детский хоровод на привокзальной площади Сталинграда. Фонтан был создан по мотивам сказки Чуковского «Краденое солнце». Так и было, пока небо над Сталинградом не закрыла армада фашистских самолетов. И солнце у сталинградских ребят все-таки украли. Скульптурная группа устояла после варварской бомбардировки 23 августа 1942 года. Израненные дети продолжали танцевать среди руин Сталинграда. Кадры, сделанные фронтовым корреспондентом Евзерихиным после бомбежки, пронзительно свидетельствуют об украденном и убитом детстве. После войны фонтан убрали как непредставляющий художественной ценности.